Объясните, скажите, если ЛНР, ДНР и Крым путем референдума вышли из состава Украины, могут ли они точно так же зайти обратно? Знаете, как вагончик оторвался от поезда, а потом зашел. Получается, у вас области тоже делятся на НР, да, народные республики. Ленинградская народная республика, Московская народная. Только не ржите. Почему вы считаете, что Донбасс, ну, как бы, сочный край, мог отделиться? Ну, ему хорошо жилось в Украине. Ну, вот, Крым мог отделиться. Ему прекрасно жилось, имея трафик со всех стран. Сейчас он оскуднел, теперь-то какие-то только путиноиды едут. Почему вы думаете, что НР могут быть только в Украине? Давайте тоже делитесь. И если уже без Стёба говорить, то почему вы думаете, что земля, которая под ногами у Луганска и Донецка, принадлежит им? Ну, Воронежу, Воронеж там же не принадлежит земля Воронежа? Или она принадлежит земле? Или, ну, расскажите, вот земля под ногами Воронежа принадлежит России? Или Воронежу? Вот земля под ногами Белгорода принадлежит Белгороду или России? Липецка. Вот люди ходят по земле в Липецке. Это земля Липецка или России? Новгорода. Новгородцы ходят по своей земле или по земле России? Вот когда они вот захотят выйти, они могут только выйти, ну, продав свои дома, забрав свои велосипеды, чемодан положив там, там футболочку, трусики, и оставив землю России, либо они могут уйти с землей. И если они могут уйти с землей, можно ли улицей выйти из состава города?